уже не выпускники, еще не студенты. Сейчас их время, время абитуриентов. В Мозырске педагогический он относится к вузам второго потока. Они стекаются со всего Полесского региона. Житковичский, Калинковичский, Брагинский, Злобинский, Лельческий районы. Вчера было подано свыше 70 заявлений. Интерес абитуриенты проявляют к специальностям филологического факультета. Это английский язык, немецкий язык. Это самое достаточно значительное количество абитуриентов идет на специальности факультета дошкольного и начального образования. Это на логопедию. Биология, иностранные языки, английский, немецкий, логопедия, физическая культура. Максим Полищук, выпускник 5-й школы Мозыря, собрался поступать именно на физвоспитание. Спортом занимается постоянно, в своей физической силе не сомневается. Ее подкрепляет балл аттестата 7,7. Да и результаты тестирования не подвели. Дмитрий Брусницын из Бобрович Калинковичского района тоже в себе уверен. Участник олимпиад по обслуживающему труду. Факультет выбрал соответствующий, но пришел с моральной поддержкой – мамой. Мы еще не можем выпустить своих детей. Балл сертификата позволяет? Да. Средний балл 8,4 и ЦТ, тоже неплохо сдал. Поэтому, думаю, поступлю. Волнение сейчас, после – радость или разочарование. Как кому повезет. В этом году на очную бюджетную форму обучения планируют набрать 400 студентов, на заочную бюджетную – 300. Соответственно, платников-очников – 290 и заочников – 360. Кстати, компанию белорусских студентов разбавят студенты из Туркменистана. Их документы будут принимать с конца августа по октябрь. Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».